Інтерту твій інструмент. Мы выиграли 2-0, я считаю это хорошим результатом на выезде. У «Динамо» неплохая команда, болельщики их поддерживают очень хорошо, поэтому вдвойне приятнее уезжать с положительным результатом отсюда. Первый тайм однозначно остался за нами, во втором мы играли уже в десятером, плюс еще поле не очень давало нам показать все свои возможности, поэтому было, откровенно говоря, непросто. Конечно, жара была невыносимая, но ничего не поделаешь, обе команды были в равных условиях. Мы устали раньше, чем обычно из-за такой погоды. Хорошо, что все закончилось нашей победой. Теперь нужно работать дальше. Я искренне был рад своему голу. Во-первых, он получился красивым, во-вторых, очень важным. В самом начале игры мы получили такую необходимую нам уверенность. Очень было душно на поле. И главное, что мы забили первый гол и очень быстро, и это очень помогло. Могу так сказать, что это намного легче потом было играть. Мы играли больше на контратак, конечно, когда мы играем дома, мы стараемся играть больше такой атакующий футбол, да. Но как я говорю, главное, чтобы мы сегодня выиграли, это для нас очень важно. Мы ждали такой игры, но я бы не сказал, что такой был легкий матч, потому что если бы мы не забили сразу вот этот гол, было бы сложно, я думаю. Главное, чтобы, как я сказал, мы показали тоже, чтобы мы были команда на поле сегодня и выполняя, как Миром Богдан говорил, что если мы выполняли свои задачи на поле, было бы легче сегодня. Сейчас уже надо серьезно тоже, чтобы не пропустить больше такие ошибки, как мы допустили несколько матчей в чемпионате, и поэтому, конечно, надо реабилитировать и в хороший футбол тоже показать. Creo que el primer tiempo lo hicimos de una gran manera. Игра получилась примерно такой, как мы и ожидали. Первый тайм мы провели на хорошем уровне. Нам удалось забить быстрый гол, Клейтон классно пробил штрафной. Во втором тайме нам пришлось отойти назад, но я считаю, что мы в защите отработали очень даже неплохо. Даже проводили неплохие контратаки. В общем, я считаю, что игра осталась за нами. Было очень душно играть, большая влажность воздуха мешала нормально дышать. Это еще усугублялось тем, что работники стадиона закрывали крышу накануне матча. Но тем ценнее наша победа, мы показали, что можем играть и при таких условиях. Интерту. Твій інструмент.